Вот, друзья. Пожалуйста. Два красавца лежат, все им пофигу. А в это время, вот прямо тут перед нами, разворачивается буйство туристического городка. Этот бордвок, аттракционы Санта-Крус, сюда съезжаются люди со всей Северной Калифорнии на выходные. Вы видите, друзья, одни красавцы так на платформу залезают, а другие так погруженно балдеют. Видите, там морда внизу. Так. Просто лежит себе и все, ничего ему не надо. Да. Многие люди тоже так. Отвлекаются от забот. Санта-Крус вечереет, садится солнышко. Такие вот красивые облака. Многолюдно здесь, суббота вечер. Горят огни предприятий общественного питания. Вот лодочки красивые. Вот мы в другую сторону смотрим. Там тоже облака невероятные, подсвечены заходящим солнцем. Что такое леденец? Не хочу. Нет, ну это леденец такой. Да, такой. А мне больше вот эти паровозики понравились. Смотри, там даже кто-то внутри есть. Друзья, Саша представит там своих друзей. Представляй. Вот это Пинки. Ой, нет, это Пинки Пай, это Applejack, а это Флоттершай. И откуда они все? Из какой сказки? Это не сказка, это такой мультик My Little Pony. Так, вот они оттуда. Да. Я думаю, друзья, мы все с вами мысленно с Сашей, которая будет сейчас кушать вот эту клубничку в шоколаде. Надо сказать, что клубнички были в белом шоколаде, в молочном и вот то, что называется dark chocolate. То, что мы выбрали, правда? Мы любим dark chocolate. Ну смотри, только ты знаешь, аккуратно, потому что она будет сейчас разваливаться. Да. Да, я тоже, Свет, Сашенька, присоединяюсь. Так нормально, вкусно все? Очень вкусно. И мы потихонечку прощаемся с верфь, да, как бы по-русски мы сказали. Ну вот эта вот конструкция, уж не знаю даже, как правильно назвать. Вот. Темнеет, но жизнь не останавливается. Пирсом правильно назвать, да, мы по-русски бы назвали пирсом. Сейчас приедем, и вышли на связь.